Через месяц состоится суд между компанией «Селф» и алтайским Минздравом. Сегодня в арбитражном суде края должно было пройти предварительное заседание, но из-за неявки участников процесса его в итоге перенесли. Строительная компания «Селф» иск к Минздраву Алтайского края подала еще 5 июня. В чем конкретно состоит претензия, представители одного из крупнейших в регионе застройщиков не поясняют. Сегодня на предварительное заседание суда они, как и третье лицо процесса, компания «Алтайстройзаказчик», не явились. Этим воспользовался единственный участник процесса, представитель алтайского Минздрава. С неявкой сторон, но учитывая, что они были все-таки надлежащим образом извещены и имеются, в частности, вопросы, которые требуют разрешения при подготовке дела непосредственно к судебному заседанию, у нас с нашей стороны имеется ходатайство, наверное, об отложении судебного заседания. К слову, сторона-ответчик от каких-либо комментариев также отказывается. Но по данным картотеки дел арбитражного суда, понятно, что иск со стороны компании «Селф» к Минздраву касается возмещения задолженности по двум госконтрактам. Один из них заключен весной 2017, другой осенью 2014 года. В это время, согласно данным Spark Interfax, компания Self являлась генподрядчиком перинатального центра ДАР и краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. Добавим, очередное заседание суда должно пройти 16 августа.